Я поздравляю с призом лучшему игроку. Насколько цена это личная награда сегодня? Ну, во-первых, не ожидал ее получить. Первый тайм складывался. Вот. Ну, цена в любом случае, что как бы сказать, приятно, в любом случае всегда признаваться, там, входить в когорту там, определенных игроков. Ну, в любом случае хотели брать 3 очка. Как бы сейчас все мысли о том, что если бы взяли бы, то 6 очков и первые места. А так 4 очка и надо будет бодаться с Ростовым, Зенитом, чтобы как бы вырваться вперед. Ну, в любом случае, рады, что не пропустили какой-то нелепый гол. 0-0 хотя бы так. Почему включить полный оборот удалось только во втором тайме? Ну, может быть, болельщики больше стали как бы вперед команду гнать. И поняли, что что-то подгорает. Типа так просто получается. Не получает забить, начали больше там подавать, проходить. Все равно не забили, как бы. Ну, нет оправданий. Ты всем прокидываешь домик почти всей команде. Твой любимый прием? Ну, как-то так получается. Я не знаю, не то, что я прямо стараюсь, но они ноги открывают. Просто, ну вот чувствую какой-то момент, не знаю, не могу объяснить. Не так, чтобы прям вот надо цель как цель, просто как никто будешь какой. Вообще, хватило тебе сил сегодня на всю встречу от и до? Ну, сегодня было даже лучше состояние, вот, чем в первой игре. Хорошо нас подвели, считай, физически много набегали. Главное, что потом с лидерами так же все было. Сегодня на трибуне было более 5000 наших болельщиков. Хорошо слышно было поддержку? На самом деле, хорошая. Слышим, мы здесь на стадионе как-то их грамотно рассаживают. Поэтому нам они придавали сил. Надеюсь, в следующей игре порадуют больше.